Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Ну, во-первых, на планете Земля суперинтеллект тренеров, фаундеров Суперджамп, элиту мира мы приветствуем нашим особым лидерским приветствием. Мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. С легендарным олимпийским ростом команда номер один в мире, создатели новой 10-триллионной индустрии Суперджамп, основатели международных тренинг-центров собственного имени. Люди роста, созидатели, просветители, педагоги, новаторы, которые каждый день улучшают наш мир, даря окружающим еще больше энергии, оптимизма, счастья, радости и любви, которая начинается, конечно, с хорошего настроения. Друзья, и с наших очаровательных, лучезарных улыбок. Улыбнемся себе, друг другу, сегодняшнему прекрасному, ярчайшему дню. Поставим сердечко и наполним пространство вокруг нас еще большим теплом, светом, радостью и любовью. Там, где интеллект-тренер, там всегда улыбка, там всегда хорошее настроение, там всегда заряд бодрости, энергии, оптимизма, которые передаются окружающим людям. Друзья, именно в таком состоянии мы начинаем большое стартовое событие. Каждую неделю, друзья, мы собираемся вместе в этот день и час для того, чтобы взять мощнейший старт новых побед, новых рекордов и достижений. И, конечно же, давайте поаплодируем друг другу за наш рост, за наше развитие, за мощнейшие результаты, которые демонстрирует сегодня, здесь и сейчас команда номер один в мире. Начнем сегодня с наших целей и ценностей. Попрошу нашего оператора трансляции включить нужный слайд. А к ускорителям мы, конечно же, сессии вернемся и сегодня детально проговорим те мощные ускорители, которые подготовила ассоциация. Цели и ценности включаем на экранах. То, что объединяет всех нас, живущих в 75 странах мира, говорящих на 27 языках, самую дружную планетарную команду всех времен. Мы точно знаем, что величайшие цели рождают величайшую команду, и каждый день в виде дружеского голосования напоминаем себе о главном. Итак, кто за то, чтобы создать компанию номер один в мире? Дайте лайк, друзья. Кто за то, чтобы спасти миллиард хороших, добрых людей от ментальных страданий? Поставьте сердечко. И кто за то, чтобы спасти экосистему Земли и человечества от самоуничтожения? Два лайка в экран. Улыбка еще шире, и переходим к цели величайших суперинтеллект-тренеров. А наши цели сегодня – это наша счастливая, прекрасная, богатая, успешная жизнь завтра. Поэтому, кто принял для себя решение прожить счастливую, успешную, богатую и великую жизнь, дайте лайк. Кто принял решение каждый день слушать лидерский аудиотренинг для создания своей новой, счастливой, величайшей личности, зажгите сердце, друзья. И кто принял решение создать 100-миллионную команду суперинтеллект-тренеров и оставить ярчайший след в истории на 1000 лет. Два лайка в экран, улыбка еще шире, друзья, огонечек в чат. И переходим к ценностям величайшей команды суперинтеллект-тренеров на 1000 лет. Наш фундамент, который прочнее гранита, бетона и стали вместе взятых, это честность, уважение, дружба, благодарность, трудолюбие, железная лидерская воля, преданность делу Суперджамп. Все это объединяет, наполняет и дает силы и энергию каждому интеллект-тренеру, каждый счастливый, прекрасный олимпийский день, друзья. Как каждый день, на главной трибуне мы чествуем наших новых фаундеров, основателей международного тренинг-центра собственного имени, ярчайших планетарных героев. И наши аплодисменты и зажженные сердца со всей планеты в честь следующих героев. Это Байкин Акмарал и Касымбергаев Бергибаев Буржана Малика. Поаплодируем ярчайшим королям и королевам. Джаилова Файзхунар и Таткалиева Клара. Ярчайшим аплодисменты героям. Уган Бояр и Даваяв. Наши аплодисменты. Гузманова Марианна и Гузманова Светлана и Любомир. Аплодируем ярчайшим суперзвездам, новым фаундерам и основателям тренинг-центров собственного имени. Лачнева Ирина Ильина Эгельсина. Поаплодируем ярчайшим супергероям, суперзвездам. Сулайкин Малова Ирыс и Сулкемелова Тутугул. Наши аплодисменты. Гордимся новыми фаундерами, новыми супергероями.
супергероями и суперзвездами Швидкая Ирина и Штыкунова Алла. Поздравляем наших ярчайших королев суперзвезд, друзья, аплодисменты и сердца каждому фаундеру, каждому суперинтеллект-тренеру, ну и, конечно же, Щукина Ирина и Акбалаева Ирина, наши ярчайшие королевы и суперзвезды. Гордимся вами, поздравляем с этим важнейшим решением быть фаундером, быть основателем международного тренинг-центра собственного имени, входить в элиту планеты, друзья, и вместе делать самые добрые и прекрасные дела. И по доброй традиции, в честь наших новых суперзвезд, наших основателей, на экранах появляется энергия 100-тысячного стадиона. Друзья, так будет выглядеть встреча вашей команды уже в ближайшем будущем. А сейчас внимание на экран, поехали! Чемпионом, триумфатором, фаундером и основателем собственного международного тренинг-центра, друзья, ярчайшим лидером планеты Земля. Двигаемся дальше. Наша ежедневная торжественная часть продолжается. И время поздравлений чемпионов мира по зажженным сердцам. Самым результативным, самым ярким интеллект-тренером планеты Земля за прошедшие 24 часа. И вот он, наш олимпийский пьедестал, который открывает Штыкунова Алла. Алла, эти аплодисменты звучат персонально в вашу честь. Гордимся вами, поздравляем, так держать. Второе место у Касым Бергибаевы, Буржана и Маляки, ярчайших планетарных героев, сверхлидеров планеты. Поздравляем, так держать. Ну, а первое место и сразу два новых интеллект-тренера за сутки у Романовой Дарьи. Дарья, эти аплодисменты звучат в вашу честь. Поздравляем, гордимся и, конечно же, приглашаем выступить уже завтра на главной трибуне Всемирной ассоциации интеллект-тренеров Суперджамп. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. И время подробно поговорить про ускорители роста, которые подготовила Всемирная ассоциация интеллект-тренеров для нашего еще большего развития и движения вперед. И прекрасная новость заключается в том, что те фантастические условия, которые позволили нам показать прекрасный результат, продолжаются, друзья. Еще есть возможность вписать свое звонкое имя в 100 первых знаменосцев, фаундеров, основателей международных тренинг-центров собственного имени. И нужно, конечно же, этим воспользоваться, друзья, и стать одним из первых основателей и владельцем вот такого потрясающего знамени. Настоящее произведение искусства, которое украсит вот каждого нашего героя, кто войдет в сотню первых знаменосцев, фаундеров Суперджамп. Также, друзья, еще на 7 олимпийских чемпионских дней продлевается главная акция недели — подарки для апгрейда, а это значит, что еще 7 дней будут действовать максимально выгодные и привлекательные цены для того, чтобы становиться старт, мастер, про и суперинтеллект-тренером. Друзья, ловим этот момент и, конечно же, помогаем расти и развиваться нашим новым героям и всем партнерам из своей команды. А так выглядит, друзья, наше шедевральное знамя, которое получают первые 100 фаундеров. И это, друзья, особое событие, особая возможность, которой нужно пользоваться. Суперджамп вобрал в себя все лучшее, что есть на планете: древние школы и техники боевых искусств, карате, современные технологии построения
бизнеса глобальные, включая франчайзинг, ну и, конечно же, знания со всего мира. Все это объединяется в статусе и в звании фаундер международного тренинг-центра собственного имени. Первая сотня знаменосцев, друзья, супер промоушен, супер вызов для самых сильных лидеров суперджамп. Ну и, конечно же, у нас есть 22 причины, чтобы становиться фаундером уже сегодня, друзья. Это наша гениальная, уникальная методика 8 упражнений, которая дарит энергию, свет и радость тысячам и миллионам людей по всему миру. Это, конечно же, наша технология бизнеса, партнерская программа, пожизненное использование торговых марок Superjump и Intellect Trainer. Все это и многое-многое другое прерогатива и привилегия наших легендарных фаундеров Superjump. Поэтому становимся суперами здесь и сейчас, кто этого еще не сделал, друзья. Ну и, конечно же, встречаемся на огромном празднике в Дубае. 4 дня энергии, знаний, оптимизма. Все это ждет всех участников с 31 января по 3 февраля, друзья. Грандиозное событие. И с каждым днем участников этого события становится все больше и больше. А в росте нам также помогает, друзья, наши ежедневные встречи Академии величайших лидеров. Обязательно посещаем каждую встречу лично. Вот и делаем это вместе со своей дружной планетарной командой. Заряжаемся, вдохновляемся от лучших из лучших интеллект-тренеров на планете Земля. Ну и, конечно же, друзья, сегодня мы подготовили особый ролик, особое видео, которое посвящено всем фаундерам Superjump. Друзья, посмотрите, что сделали наши творческие друзья и коллеги, вот, для того, чтобы добавить еще больше энергии, еще больше стимулов и красок, быстрее становиться фаундером Superjump, основателем международного тренинг-центра в мире. Показывается впервые, друзья, промо-видео, промо-ролик. Внимание на экран, поехали! Звучат со всей планеты Земля, друзья. Вот такой шедевр украсит дома и кабинеты наших ярчайших суперинтеллект-тренеров, фаундеров Superjump. Настоящее произведение искусства, вот, которое, друзья, обязательно которым нужно обладать и получить этот заветный статус. Ну и, конечно же, давайте еще раз прочувствуем всю энергию, мощь статуса фаундер Superjump, основатель международного тренинг-центра собственного имени. Увидим свое имя на знамени. Вот, поехали. Внимание на экран. Заряжаем. Звучат в честь наших будущих фаундеров Superjump, друзья. Это еще одна причина быстрее становиться основателем, быстрее расти и развиваться и показывать пример своей дружной команде всех времен. Ну а мы, друзья, аплодисментами и зажженными сердцами приветствуем на нашем большом стартовом событии легендарного основателя Superjump. Благодарю, Петр, благодарю, дорогие коллеги, дорогие друзья, сотоварищи, сомыслители, сотворцы, партнеры, основатели, фаундеры новой индустрии, самые большие герои нашего времени, с Ростовом легендарные исторические герои. И я приветствую всех фаундеров, прежде всего, нашим лидерским приветствием. А сегодня все станут фаундерами. Итак, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире по богатству, славе, счастью, долголетию, радости, величию. Это ваша судьба. Поаплодируем друг другу, огонечки, сердечки. Ха-ха-ха. Молодцы. Первый слайд в аудитории величайших лидеров.
Итак, дорогие коллеги, до Дубая осталось у меня 23 выступления. Прошу включить первый слайд, уже можно включать мое выступление в нашей аудитории величайших лидеров. 23 выступления. Я это увидел как 23 битвы за ваше счастливое, светлое, великое, интересное, сказочное будущее. Потому что сегодня каждый из вас, и мы все вместе создаем новое время, новое будущее, новое величайшее, сказочное будущее для себя и для своих близких. Как и договорились, рекламируем ранги. Я приветствую от всех вас и поздравляю Марину Самсонову, 9-й ранг, Артема и Оленьку Яровые, 9-й ранг и 10-й ранг. А Робертара, напомню, в Дубай мы везем 4500 значков, знаков, да, таких шедевральных ювелирных украшений от 3-го ранга и до 11-го. 11-й ранг уже вот-вот изготовят. Из чистого золота, самая высокая проба, которую могут такие ювелиры заложить, вот с 11 ранга у нас чистое золото идет. Так что же ждем 11 ранги. И, конечно же, коллеги, я всегда озвучиваю цель. Моя цель сегодня очень простая и понятна. Сделать так, чтобы все умные, расчетливые, фартовые интеллект-тренеры, кто сегодня присутствует на нашей стартовой, да, ну что, Академии величайших лидеров, стартовое событие, стали владельцами собственных тренинг-центр «Суперджамп» вашего имени. Буду биться за ваше будущее. И правда жизни такова, что вот чем больше я осмысливаю нашу жизнь, нашу ситуацию дачливую, да, я понимаю, что не все же предприниматели. Вы умнее меня, кто-то в медицине, кто-то в науке, кто-то как специалист, да, как инженер, как бизнесмен, как фермер, да, как врач. Но в бизнесе, ребят, за 35 лет я уже, конечно, понимаю очень многое. И я буду биться за каждого из вас. Вот у меня такой образ недавно возник. Я узнал. У меня есть такой внук, очень классный парень. Сразу скажу, как отец, как дед, я тяговый, потому что все на алтарь отдал все годы, все жизни нашего дела. И, ну, почему-то они ко мне с симпатией относятся, места, они ненавидят меня, дети должны, да, и внуки. И вот если у меня внук хороший, такой парень, Наполеон, Петр очень хорошо знает. Вот с детства что-то происходит, они же другие совершенно, это уже третье поколение. Вот чуть-чуть разговаривать начал и говорит, я буду вегетарианец. Ну, ладно, может быть, да, сейчас подрос мальчишка, в росте отстает от сверстников, а уже, ну, такой возраст уже, знаете, невесты уже, там, на турник там всякие и так далее, спорт. И он говорит, пап, мам, говорит, а почему вы меня не заставляли есть мясо? Это же реально строительный материал, белок. Ну, как тело расти-то будет? На салатике, что ли? На клетчатку, кстати, пищеварительная система не усваивает. И вот, да, и вот он прав, да? Они не смогли как-то, ну, такой характер у мальчишки крепкий. Говорит, все, буду вегетарианцем, и все это, да. А сегодня говорит, пап, мам, чего ж не заставили меня? И вот я, чтобы вы мне не сказали, да, уже через 2-3 месяца, Владимир, что ж ты не достучался до нас? Такое дело великое, такое идет сейчас, ну, прям, да, как вот если бы нефть только начинали осваивать, нефтяные залежи, нефтяные скважины разбираем, а ты не достучался до нас. Поэтому, друзья, буду биться, как лев бьется за львят, буду биться за ваше светлое будущее. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Итак, коллеги, да, чтобы понять, почему вы сегодня для себя, не для меня, ради Бога. Ребят, это вам нужно сразу хочу сказать, потому что некоторые воспринимают, когда им говоришь, давай, пошли с нами штурмовать бизнес-олимп, зарабатывать миллиарды, миллионы. Да. Это что-то от меня надо, да, такие, знаете, есть люди. Нет, это вам нужно. Вот сразу с головы на ноги все поставьте. Я бьюсь за вас, это нужно вам. И поверьте, да, вот кто не станет, мы без вас все сделаем, да. Потому что уже, конечно, ядро-то сформировано сильное лидерское. Итак, поехали. Да, почему вам нужно стать сегодня решительно смело фаундерами, да? Ответьте на вопросы. Давайте вместе будем отвечать. Почему это важно? Сегодня решительно и смело стать фаундерами, да? Какая от этого выгода, от этой инвестиции, польза? Что я теряю, если я не стану? То есть нужно прям разобрать все, как говорится, с микроскопом, с рентгеновским аппаратом. Все на атомы, и мы вместе разберем. Я уже в прошлый раз докладывал вам, что есть 53 причины, почему сегодня важно стать фаундером.
усушили, потому что я представляю современного человека, да? Я сам двое суток работал, чтобы из 53 всякие бизнесовые там убрать специальные, оставить поменьше, ну, 22 из причины, почему вы обязаны для себя, для своих родных, любимых, близких стать фаундерами, да? Сегодня мы разберем две причины и еще несколько очень важных факторов. Следующий слайд в аудиторию величайших фаундеров. Итак, коллеги, смотрите, вот в прошлый раз я так почувствовал, зашел ролик, когда парень, мультимиллионер, говорит, для людей почему дорого, да, что-то, какую-то инвестицию сделать, потому что они платят своим временем. Я разовью эту тему сегодня. Итак, смотрите, справа, сверху, рисунок я вышел через 8-й рамки после академии. Что мы даем миру, да, мозги и время свое. Ну, можно сказать, что там энергия, да, главное, мозги, какие-то идеи и свое время. А мир за это платит нам, за наши мозги и время. И если у вас сегодня на счету нет вот с ноликами, там, да, со значками миллионов долларов, значит, ну, можно дальше продолжать отдавать вот то, что вы отдаете. А можно задуматься и сказать, а вот какой-то, да, есть удивительный проект, новый, интересный, я попробовал сама, ну, работы, миллиард он нужен, да, а добавлю-ка я к своему времени, мозгам, еще супер идею. Один из первых в мире, что очень важно. Да? И сразу же ваша эффективность в бизнесе, в жизни становится, вот это без метафоры, в 1000 раз сильнее. Почему? Уже 1000 ярких ребят есть и девчат. Уже мы свои мозги-то все отдаем, я вам свои мозги отдаю, Петр и так далее, наставник. И, конечно, то, что мы наработали, это шедевр, ребят. Поэтому, конечно же, делаем вывод. Кому нравится та жизнь, в которой живете, ребят, не призываю вас никуда, оставайтесь там. Но кто мечтает о новой, яркой, сказочной, интересной жизнью, ребята, срочно добавляйте фаундера, срочно становитесь в авангарде новой индустрии. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Мы сегодня подробно все разберем. Итак, смотрите, коллеги. Так, что-то у меня здесь открылось, но неважно. Итак, смотрите, еще раз, вот сейчас теперь с левой стороны, да, вот все время, вот неважно, врач вы, фермер, учитель, водитель, вот неважно, кто предприниматель, да, еще раз подчеркиваю, вы все это время отдавали мозги, какие-то идеи, навыки и время, а мир за это вам заплатил, ну, платит, и если нету там миллионов долларов, хотя бы миллионов, ребят, миллионер долларов сегодня это средний класс в Америке, кто не знает, США, более 33 долларовых миллионов, более 33 миллионов миллионеров. Это средний класс. Это даже, ну, дом сегодня за эти деньги не купишь, да? Приличный. Даже квартиру. Поэтому смотрите, почему важно, да, к вашим мозгам времени добавить супер идею. Супер возможность стать одним из первых в новой индустрии. Следующий слайд в аудиторию величайших лидеров. Поехали, следующий слайд, да, и как я обещал, два разберем сегодня, 22-я причина, 21-я и 22-я причина, две причины. Ну, я вот раз наугад взял, почему так важно сегодня вам стать владельцами собственного международного тренинг-центра, собираем вашего имени. Вот смотрите, наследие, родители, глупые родители, честно скажу, тратят свои силы, время, деньги на фигню. Они пытаются оставить машину, квартиру, дачу, но вот время проходит, дети вырастают, да им эта квартира, они хотят в другой стране жить, и слава богу, да? Ну вот на примере машин. Что можно сегодня купить за 500 тысяч рублей или там 5,5 тысяч долларов? Вот прям это с сайта взято сегодня, несколько часов назад. Вот такой Volkswagen. А вот задайте себе вопрос, коллеги. А будет эта машина служить вашим правнукам, внукам? Нет. Даже детям-то навряд ли, правда же? Стоимость, да? А стоимость нового бизнеса. Это же такое счастье, ребята, да? С вас начинается новый клан, новая династия миллионеров, новый род. Тут как Ротшильды, так Рокфеллеры, да? Вот это вот сравните, куда вкладывать-то? Что оставлять, дорогие родители? Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Ну, умные, расчетливые, все уже понимают. Уоррен Баффет, мой любимый Уоррен Баффет, очень точно сказал, цена – это то, что вы платите.
А ценность – это то, что вы получаете. Сегодня со скидками я, ребят, даже вот не стал уточнять у Петра, потому что чуть может дешевле цена. Ну, для бизнеса, предпринимателя, давайте по чесноку, ребят. Готовый бизнес под ключ, с поддержкой 24 часа на 7, международный, без знаний языков. Вы можете зарабатывать и помогать людям по всему миру, оставить все это в истории. Ну, это символическая сумма, я поэтому даже, ну, примерно написал, там, 5,5 тысяч долларов, и все. А что вы покупаете? Я это называю... На века, на поколение машина, которая печатает деньги и счастливых людей. Как можно пройти мимо такого шанса, ребят? Я не понимаю. Борюсь за вас, за ваше будущее светлое. Следующий слайд в аудиторию величайших фаундеров. Вот этот пример я уже приводил. А, ну, величайшая Верочка наша Макаренко. Скоро 9-й ранг. Вот-вот прям мы ждем, ждем 9-й ранг. Видим, подходит сейчас. Вот в прошлый раз перед Батуми она стала чемпионкой. Я сейчас с нетерпением жду. Ребята, сразу, кто амбициозный, можете записать. Кто больше всех, да, продаст первой линии, фаундеров создаст свои первой линии, тот будет ассистировать мне на мастер-классе. У меня будет большой целый день мастер-класс, подарок. И вот Верочка сделала 7 суперинтеллект-тренеров. А почему? В чем секрет? Кто скажет, ну, наверное, она там брала уроки ораторского искусства какого-нибудь там Пупкина, Свистулькина, да, коуча, как я их называю, коучи-чмоучи. Да нет. Нет, ребят. Потому что Вера понимает ценность, как и я, как и Петр, как и ребята все, да? Ценность. Первая дочка, мама, Женя, Евгения, если слушаете нас там, привет вам, дорогая мама Верина. Взяли с фаун, ну, то есть супер, все взяли, муж, сестра, все. Почему? Но если вы нашли золото, вы же делитесь близкими, родными. Это значит, Вера Макаренко ценит и понимает ценность. И, конечно же, все это вернется и ей, и дочке, и маме, и всем, и сестренке ее родной. Все это вернется в тысячи раз, ребят. В тысячи раз. Ну, а наш легенда, первый в истории суперинтеллект-тренер, Кеннет Шпек, наш любимый, и Мария Саатова. Мария, простите, я все как-то такой, знаете, это сам по привычке, да? А вот, вот это вот человек, который очень достойный. Мультимиллионер давно. И когда он прошел суперджамп и посмотрел, сколько суперджамп дал Кеннет Шпеку счастья, его семье, как изменилась внутри атмосфера, он сразу все понял. В каждой семье должен быть суперджамп. И мы первую такую поставили цену, та, которая будет, да, к которой мы придем очень скоро, 100 тысяч долларов. И Кеннет Шпек как только попробовал, тот умный, богатый, успешный, многократно успешный человек. Он все понял. Почему? Потому что я с ним разговаривал, да, я говорю, дорогой, уважаемый телепартнер, почему вы приняли решение за 100 тысяч взять, а потом мы снижали цену, чтобы больше, больше ребят вытащить. Ну, кто-то пенсионер, всем дать шанс стать богатым. Это, наверное, мечта. Бывшая пенсионерка у нас, нет, потому что пенсионер здесь, все бывшие пенсионеры, студенты, аспиранты, молодые львы и львицы, да? Вот как бывшая пенсионерка-учительница становится миллиардершей и начинает строить больницы, школы. Это такая лучшая реклама, да, нашей новой индустрии. Это так и будет. И вот когда я с ним разговаривал, я понял, что этот человек, вот как я думаю, это все видит, все понимает. Миллиард людей, да, находится... Да, в болезни, ментальных страданиях, хронической усталости, потери смысла и так далее. Суперджамп нужен. И вот смотрите, вот, да, 5 детей, 15 внуков и один правнук. Всем Кеннет Шпек взял, как супер, супер дед, прадед, супер родитель, да, супер подарок. Правильно говорит, ну что, машины, деньги потратят, машины там сгниют. А это новый род, это новая династия. Это такое важное. Вот, ребята, берите пример с них. Вот почему. Одна из причин, почему важно сегодня, не завтра стать суперами, это, конечно, наследие. Оставить наследие. По сути говоря, да, это как университет вашего имени. Оно так и перерастет потом. Большие уже команды в университеты официально там в своих странах все эти пройдете процедуры. Это несложно. Понимаете? Само по себе явление, вот педагогика, соединенная с миллиардами долларов, превращает даже смерть в бессмертие, потому что это наследие вашего имени. Кто-то понимает, дайте лайк, сердечко.
Я вот говорю сам, понимаете, у меня прям душа, я не знаю, так радуется за фаундеров. И, конечно, вытаскиваем всех в высокое образование. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. 22-я, ну там 22 причины, я просто последние две взял. Каждый раз будем раскрывать новые причины. Почему успешным бизнесменам сегодня, успешным, богатым, воздух нужен, суперджам? Да, но здесь три, я больше назову слету выгод. Да, первая, энергия нужна бизнесменам. Банкиры, бизнесмены, как вы думаете, ребят? Конечно, как воздух. Потому что, когда у человека большой бизнес, успешный, ну, такой, хоть не разорился, да, это стресс всегда. Что будет завтра, да? А где взять фонд зарплаты там, а где там? Ну, все, мир-то такой, вот он, как, знаете, вот этот вот стиральный барабан. Все видели стиральную машину, да, как стирает там пена, одежда, вода, там все там мелькает. Вот так же мы в этом мире живем. Да все мелькает, я не знаю, страны, деньги, люди, катастрофы, взлеты, падения. Дальше, спасательный, конечно же, не плот, а корабль, флотилия, да. Сегодня это успешно. Вот у меня сосед, я сейчас в Панаме нахожусь. Ну, кто не знает, у нас здесь 15 лет дом, я думал 12, супруга говорит, 15 уже лет здесь, да. Успешный немец, немец, ну, по происхождению, да. Успешный бизнесмен всегда был. Разорился, все, дом продаю. Сегодня ты богат, да, богаче богача, а завтра, ну, такая мясорубка, турбулентность. И умный человек, успешный бизнесмен, банкир скажет, семечки, какие там копейки. Это следующая причина потом знания, ребята. Чтобы вы приносили в свой бизнес и быть конкурентоспособными, нужно брать знания из другого, из другой сферы, из другой индустрии. А поверьте, мастер-класс, который состоится в начале февраля, подарок мой вам, ребят, вот все, что я в жизни собрал, я еще об этом поговорю. Ну, этих знаний вы нигде больше не возьмете, я вот просто гарантирую, да? Ну и, конечно же, ну, след в истории оставить. Как правило, как только человек отходит от своего бизнеса, он, ну, сдувается, ребят. Так устроен этот мир. А так вы и бизнес свой зарядите своей энергией, которую возьмете в суперджампе, и оставите след в истории. Еще раз говорю, ребята, ваша команда на века, педагогические цепочки, команда – это частичка вашего сердца, души, энергии, мудрости, любви. Ваше имя будет жить из сердца в сердце в веках, ребят. Еще раз повторяю, да, то, что почему так важно, да, это все превращает смерть в бессмертие. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Итак, коллеги, подарок мой. Почему подарок? Потому что смелые, решительные. Потому что когда все крутят виска, а сумасшедшие придурки, дураки там, почему-то еще нравится секты называть. Вот я бы таким даже иногда при встрече бы, может, и врезал бы пощечину. Да? Ну, вы такие глупые люди. Че? Как был такой момент. Сократа великого пнул один, ну, спорят там они на площади, один этот самый ритор там, один известный такой, да, ты коуч, ритор, да, риторики обучал, коуч по-современному. И Сократ из него превратил дурака не потому, что он хотел, он начал спрашивать его мудрость, испытание сократовское, да, мудрость на все, да, что есть благодетель, а что... И тот проиграл, все смеются над ним. Для него это же бизнес, да. И он от обиды пнул Сократа ногой. Ученики говорят Сократу: Сократ, неужели ты не подашь в суд? Да, великий Сократ что сказал? Ну, если вас пнул осел, чё, да, вы же не пойдете на него в суд подавать. Поэтому, коллеги, следующий слайд в аудиторию величайших лидеров. Начинаю рассказывать о подарке. Немножко о себе, ребят. Вот не люблю о себе говорить, но чтобы новые, кто не знает, особенно молодое поколение. Итак, смотрите. Я отвечаю за качество своего мастер-класса. Чему? Я так уверен, да, в своих знаниях, ту систему, методику, которую я передам, а я буду так строить структуру всю, чтобы вы потом сами могли проводить свои мастер-классы в любой стране, на любое количество. Да? Итак, смотрите, ребят, через мои мастер-классы на земле, не в онлайн, я в онлайн никогда ни книги, ничего не читал, прошло, внимание, более 450 тысяч учеников. Смотрите, какой опыт! Я первым стал, ну, думаю, даже, может, в мире я не слышал, да, проводить 24-часовые мастер-классы нон-стопом. Вот 10 утра выходил на сцену, вот что-то был, да, там 3500 человек в зале. И через 24 часа я выходил со сцены, и ребята выходили, мы
На сутки вот так вот работали, энергии заряженные все. Я ехал в офис дальше там трудиться, совещание пройдя, народ счастливый расходился. Конечно, опыт колоссальный. 23 книги написал я в области успеха, там развитие. Не весь какие книги, ребят, я к себе критически отношусь. Но все-таки 3,5 миллиона тираж-то продан. Это за живые деньги в бумаге. И очень часто ко мне в аэропортах почему-то, ребята, иногда нет-нет, а девчата подходят. Владимир, я благодарю вас за книгу. Вы мне жизнь изменили. То есть, как, почему это важно? Вот напишите 5-6 книг, брошюрок даже, потому что это структурирует ваши мозги. Самую большую выгоду я получил. Потому что, когда ты пытаешься изложить кому-то, что такое лидерство, богатство, успех, энергия, да? То есть, ты же должен сам это переварить. Это потрясающее такое образование получили. Дальше. А без преувеличения, ребят, я дислексик, двоечник, вы знаете, ну, что, я не конкурентоспособен во многих вещах. Я себе с детства, понимая свою богость, не, вообще не конкурентоспособность, я себе сказал, я посвящу жизнь свою изучению простых знаний, сбору по всему миру. Это такие категории, как богатство, успех, лидерство, счастье. Я 40 лет, вот я не шучу, ребят. Я иногда, мне кажется, я же там лет 1000 живу здесь, да? 40 лет по всему миру. Я облазил Тибет, Японию мою любимую, Китай. Ну, эти все Тони Робинсон и все-все тренинги. Я посчитал, мы с Петром как-то считали, без переводчиков, подчеркиваю, билетов и гостиниц. Я потратил на свое развитие более 1,5 миллиона долларов. И вот эти 40 лет поиска, собирания знаний. Еще, ну, плюс я кандидат экономических наук, то есть я в экономике очень хорошо шарю, в макроэкономике тоже. А, вот я, у меня есть ощущение, потому что для меня это важно. Скорее всего, это будет последний мой мастер-класс. Почему? Потому что потом я буду работать только с лидером. Ну, так эффективнее, да? Не потому что я там не хочу. И, ребята, вот у меня есть такое ощущение внутреннее. 40 лет я собирал знания для вас, чтобы эту эстафетную палочку передать каждому из вас. И сегодня особенно это важно, когда мы, ну, прям просыпаемся в новом мире. То есть есть что передать, есть знания, и главное преимущество, знаете, какое мое? Я же не теоретик, я и теоретик, и практик. Вот этот симбиоз практической предпринимательской деятельности и теоретической, конечно, позволит мне вам передать такие знания, такие секретные секреты. Обалдеете. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Пожалуйста, вот прям, кому нужен мой мастер-класс, он открыт. Если в Батуми, там очень у нас было мало времени, просто сказал, ребят, я научусь проводить события. Мастер-класс, как проводить любые события, да, ну, на офлайн. В онлайне понятно, что мы сейчас отработали с вами очень хорошую структуру. А здесь целый день с перерывом. И я помню хорошо дня, недели за три до Батуми. Наш дорогой Егор Белозеров мне звонит тренер, говорит, у меня бизнесмен хочет купить ваш мастер-класс. Когда-то он вас уважает, там, ну, постарше парень. Можно я ему продам? Он купит, да, супера, чтобы попасть на мастер-класс. Ну, может, Егор говорит, Егор, нет. Что это мы просто там, наша кухня, это терминология, ну, вот точно не надо. А сейчас я говорю, любой банкир, бизнесмен, там, предприниматель, фермер, лидер, коуч, который приедет на мастер-класс, он вам скажет спасибо. Потому что я это знаю, ребят. Итак, кому предназначено? То есть мы даже расширяем на холодном рынке, продавайте, а там глядишь, да, и нашим станет, да, банкир банкиром, бизнесмен бизнесменом, но суперджамп, это такие крылья энергии. Итак, поехали. Кому нужны бизнесмены, лидеры, предприниматели, банкиры, любые другие профессии? Дальше. Родители. Как я люблю Лев Николаевич Толстого, я литературу не читаю, но медленно читаю, да, я философию люблю, науку люблю, ребята, а литературу художественную нет. Но Толстого люблю как философа, вот правда, реальный, честный такой, глыба. Знаете, как великий Набоков показывал студентам в Америке, кто такой Лев Николаевич Толстой? Брал, зашторил все шторы, зажигал одну лампу и говорил, это Гоголь, русской литературе. Потом вторую настольную там света, это Достоевский. Да? Потом раздвигал шторы, а это Лев Николаевич Толстой. Как философа люблю, в литературе ничего не понимаю, не кидайте камни.
На вопрос, Льва Николаевич, думайтесь, коллеги, родители, дедушки, бабушки, это для вас. И для меня тоже. На вопрос, Лев Николаевич, а что есть такое педагогик? Он очень четко сказал, истинная педагогика – это развитие самого себя, ребята, все. Вот почему родители, внуки, бабушки, дедушки, быть обязательно. Следующий, да, если вы ищете вторую половинку, ребят, так получилось, не специально, я не специализируюсь, поэтому, ну, все мои ученики, за ними очередь стоит за ученицы. И 50-60 девчата лет, очередь, почему свет начинает идти, когда изнутри, не вот эти вот силиконовые там какие-то накачки, а, поверьте, я со стороны мужчины, все мужчины подтвердят, так мало женщин, от которых идет свет, да, как Михаил Задорнов говорил. Моделей человека много, да, вот этих вот много вот. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров, фаундеров. Нет, а мы пропустили какой-то слайд, там два было у меня, нет? Да, следующий, если потеряли смысл жизни. Вот давайте так по-честному, ребят. Сегодня много людей, которые потеряли смысл жизни, потеряли точки опоры. Вот в этом дурдоме, в котором мы живем, да, туда, на мастер-класс. 100% просто. Не просто поможем, а алгоритм дадим. Дальше, если вы попали в кризис, ну, перед вами сидит человек. 3 смертельных кризиса. 3 прошел я. И каждый раз выше становился, сильнее, оптимистичнее. Если 3 раза человек уже выбирался из этих кризисов, которые не я делал. Ну, такое время такое, страна такая, да? Как вы думаете, профессионал я по выходу из кризисов? Попал в кризис бизнесмен, банкир, сюда к нам. Неважно, фермер, предприниматель, лир. Дальше, кому энергия нужна? Ну, так зарядим энергией, ребята, что светиться будете, как вечером выйдете погулять, как фосфор, да, как солнышки. Да, и, конечно же, если вы ищете счастье, любовь, энергию, единомышленников, уважение, богатство, это все для вас. Вот почему так важно сегодня стать фаундерами. То есть, по сути, основателями, владельцами международного тренинг-центра вашего имени. Кто это понимает, дайте лайк, сердечко. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Коллеги, чем отличается, вот сейчас я опять богатый от бедных, да, вот я все как-то всю жизнь от бедных ментальности, у меня папа такой, а сейчас вот надо вытаскивать всех, ломать эту ментальность, говорю, биться за вас надо, вот как лев бьюсь. И так смотрите, все богатство настоящее приносит только все новое. Вот Apple я сейчас только погуглил, 3 триллиона 570 миллиардов сейчас стоит, вот на данный момент, за час до 100. А как начинал Apple? А, гараж? Да, как смотрели на Стив Джобса, Стив Возняка, как на фриков, да? Ну, на сумасшедших каких придурков. Один инвестор в очередной раз Стив Джобс искал, ну, капитал, потому что это такая, ну, развивать компьютеры, это дорогая история, да, вложений-то много надо. И один инвестор публично это в историю вашего назвал, при всех инвесторах, да, ты ренегат человеческой расы, это правда. Смотрите потерянное интервью Стива Джобса. Так вот, богатые люди, они понимают, что богатство вначале, это только там, где новое, что-то новое, да, когда-то новое была нефть, когда-то Генри Форд автомобили и так далее. Ну, про Стива Джобса мы, да, компьютеры персональные. Это всегда критик. Это всегда непонятно. Вы знаете, само богатство, оно как бы куча навоза такая, да, откопать, которую нужно. И люди вот такие, как, ну, как Кеннедж Бэк, как я, как Петр, мы видим и не боимся, когда толпа говорит, да нет там ничего, нет там бриллиантов никаких. Ну, поэтому вы, бедные, если не видите. Я хочу сейчас вот эти два показать видео вам, моих любимых классических. Итак, гараж, сумасшедшие придурки, секты, идиоты, Стив Джобс, Стив Возняк, кстати, Рональд Вейн там третий был, вы знаете, да, третий был Рональд Вейн, я просто не стал даже слайд показывать с ним, у него 10% было от Apple, стоило тогда это $800, ну, как сейчас примерно, та же стоимость супера, да, так вот он, и вот за месяца 4 так задолбали, родственники, близкие, ты чё, какие компьютеры, ты что, с ума сошел, ты чё делаешь в этом Apple, и он честно говорит, ребят, я не верю, в проект ушел. Внимание, сколько потерял этот парень? $357 миллиардов на сегодняшний день. И правда жизни заключается в том, что почему я вот сегодня бьюсь,
За ваше будущее сказочное, счастливое, яркое и ваших любимых родных. Потому что мы действительно создали то, чего нету. И здесь деньги. Когда будут уже миллионы интеллект-тренеров, владельцев, тренинг-центр, суперджем, там уже денег не будет, ребят. Мне язык не повернется сказать, приходи к нам, миллиардером станешь, да? Ну, сегодня миллионы людей работают как психологи, как тренера по йоге, по карате. Там же нет денег. Потому что уже их много, очевидно. Надо быть там, где еще никто не едет. Итак, два фильма хороший, такой добрый сделали про Стив Джобса. Итак, смотрите, коллеги. Сцена. Персональный компьютер, который собрал, ну, плата там, да, и как клуб компьютерный в Силиконовой долине, все свои изобретения, приносят туда всякие открытия, доклады, ну, вот такие энтузиасты. И когда Стив Джобс показал, никто не отреагировал, не поняли даже это продвинутая часть общества. И вот они вышли, несут этот компьютер, ну, просто ноль реакции, никто не понял, люди уходить стали, зевать стали. И вот смотрите, какой, почему Apple-то номер один, вы поймете, потому что, да, мы работаем там, о чем люди еще не знают. Как люди могут ходить в суперджамп, я переформатирую, да, если они не знают, что это такое. Давайте посмотрим два ролика моих любимых от винта, поехали. Это откровение. Почему ты мне раньше о ней не говорил? Я ее делал для собственного удовольствия, это мое хобби. Вот именно, для собственного удовольствия, для себя. Потому что этого требовала твоя интуиция, твой инстинкт, ВОЗ. Твой супермозг мечтал о том, чего пока нет. И ты воплотил свое желание в реальность. И вот это твоя система. Операционная система. Операционная? Она ведь показывает... Да, показывает в реальном времени все выполняемые операции. Ты можешь видеть во время работы все, что у тебя получается. И что в итоге? Свобода, босс. Это свобода создавать, делать новое. Свобода художника, индивидуума. Послушай, ты перебарщиваешь. Даже если бы ты решил сделать эту штуку для гика вроде нас, в чем я сомневаюсь. Никто не захотел бы купить компьютер. Никто, Стив. Так как люди могут вообще хотеть то, что никогда в жизни не видели? Итак, коллеги, да, как люди могут хотеть суперджамп, стать владельцами тренингов, международных тренинг-центров, когда они этого не видели? Да, сейчас готовим второй ролик, мой любимый. И поймите правильно, коллеги, почему сегодня вот умные, кто мудрые, хитрые, не подлые, не путали, хитрость и подлость. Хитрость, вот шахматист перехитрил команду, да, умные, мудрые, расчетливые, дачливые, фартовые. Почему сегодня станут фаундерами, потому что они, может, я достучусь до вас, нет, но это уже, поверьте, не моя вина. Итак, а вот мы работаем с вами в индустрии, которой нет, и поэтому здесь есть деньги, и поэтому здесь есть для вас миллиарды долларов, 100 миллиардеров и миллион миллионеров. А когда это все разойдется по всему миру, ребята, ну все, там уже не будет таких возможностей, поэтому сейчас... А понятно, что да, звоним, да, приходим, нас посылают нахер, унижают там, пишут гадости. Да и слава богу, почему? Потому что вы первые. А когда все будут говорить, интеллект-тренер, лидер, так это как нефтяные шейхи, богатые миллиардеры? Тогда уже все, денег не будет. Тогда уже они будут писать гадости про шейхов нефтяных, про владельцев миллиардеров. Ну, пишут какие-то болваны, ну пускай пишут. Итак, вот это сегодняшняя реальность наша, через которую умные пройдут за этой критикой серой, инертной толпы бедных людей. Умные разглядят миллиарды долларов, славу, след в истории. От винта. Вот она, наша реальность. Речь идет о нашем будущем. Мы работаем на рынке, которого еще нет. То, что Intel сделал с микропроцессором, мы сделаем с домашним компьютером. Как? Неужели вы не понимаете, о чем идет речь? Нет, но он работает с телемонитором. Да, вроде телевизора, именно так, мэм. Вы не совсем меня поняли. Это не телевизор, это персональный компьютер. У вас есть пишущая машинка? Прекрасно. Вы ей пользуетесь? Супер. Представьте гибрид пишущей машинки и телевизора. Нет, нет, стойте, 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 пожалуйста, только выслушайте меня. Да, мы довольно маленькая компания, но ведь мы... Вы знаете, что мы работаем в гараже? Кто вам это сказал? Ааа!
Так начинают мультимиллиардеры, да, список знакомых. Пошел нахер, дураки, придурки, секты и так далее. Следующий слайд, ну, тот слайд, пожалуйста, на котором остановились. Коллеги, пройдите через это. Ну, не будьте дураками, не будьте глупцами. Еще раз, простая бизнес-логика. Большие деньги только там, где новая индустрия. Демонстрирую, нефтяная. Это точно так же, как и над Стив Джобсом смеялись, когда люди первые скважины курили. Это факт, читайте книгу Ирвинда «Нефть», вот такой кирпич. Дальше, автопром. Как говорил Генри Форд, да, если бы я у людей спрашивал, какой автомобиль вы хотите, они бы сказали крепкую, недорогую лошадь. И поэтому номер один, понимаете, вот так во всем, ребята. Вот разглядите бриллиант, будущее, бессмертие ваших звонких имен в куче этой критики навоз. Но кто критикует? Люди, которые ничего не добились. Вот эта серая, инертная масса такая. Следующий слайд аудитории величайших лидеров. Следующий слайд фаундеров даже. Итак, ребят, смотрите. Давно живу, многое видел. Опять борюсь за ваше будущее, бьюсь. Светлое, счастливое будущее. Смотрите. Кто-то сейчас, вот, может быть, 3 дня назад встал в стартовую, взял лицензию, или лучше мастера, лучше сразу супера, ну, попал и не понимает, еще что-то происходит здесь. И думает, ну, случайно, нажал, там, друг позвонил, сват, брат, там, зашел, какой-то дурдом происходит и так далее. Запомните, коллеги, вот дружеское предупреждение, совет. Случайности не случайно. Вот я демонстрирую даже слайд. Ваша жизнь, ну, как горизонтальную линию, понятно, что она вверх-вниз, да, идет. Судьба ваша, линия судьбы. И вдруг, я не знаю лично, чем я заслужил это, чем вы заслужили. Да, случилось, лучи сошлись с новой, благородной, честной, 10-триллионной индустрией Суперджам. Ребята, еще раз, случайности не случайно, не упустите шанс. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Ну и понятно, вот за этим званием, громким, красивым, да, владелец, основатель, фаундер международного тренинг-центра CG вашего имени. Что это такое? Вот равно, да? Это, конечно же, счастливое, сказочное, интересное, великое. Жизнь для себя и близких, и родных. Как такое можно упустить? Невозможно! Да, с вас начинается новая династия, род ваш. Это так круто, ребята. Следующий слайд в аудиторию величайших лидеров. Конечно же, друзья, команда. Ну, это факт, такой научный, да, среда формирует человека. Детеныши, которые, ну, таких 14 есть абсолютно зафиксированных, детеныши, которых воспитали волчьи стаи. Кем они стали? Волками. Научный факт, да, такой, что... Ну, вот наше окружение, да, формирует это как или дно, попадаем в окружение, вот как особенно подростки, попал в окружение и его затянуло, как болото, да. То есть окружение, вот если 5 человек стоит, общается, и 4 из них врачи, ну, очевидно, что 5-й тоже врач. Если стоят 5 успешных, богатых, 4, ну, и вы станете, то есть вас сам, это как лифт такой, понимаете. Влияние, окружение позитивного, светлого, порядочного. Да, да еще со сверхцелью идеи. Переоценить невозможно. Поэтому только ради этого окружения уже люди будут платить по 100 тысяч. Помните мои слова? Чтобы просто рядом с вами быть. Поэтому, конечно же, окружение сегодня стать фаундером, чтобы вот это вот окружение, как теплый поток воздуха поднимает, да, планер какой-нибудь, да, дельтаплан. Точно так же это для вашей жизни, для вашей семьи и клана. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. Ребята, знаете, что самое важное в будущем? Счастье, свобода – это богатство. Богатство, друзья, свобода – это другое качество жизни. Вот за этим знаменем, лично вашим знаменем, да, другая жизнь. То есть, по сути говоря, я сейчас за что бьюсь? За бизнес – нет. За ваше счастливое будущее. Время такое, повезло, что-то сделали хорошее, говорю, случилось, вот лучи сошлись. Я себе сотни раз, сотню точно. Вот проснешься, я же сколько в бизнесе уже думаю, господи, ну что такого хорошего, наверное, в той жизни что-то, может быть, сделал, если такая была, что нам такой шанс выпал? Обычным ребятам,
из рабочей семьи, бывшим пенсионерам и членам врачам, сетевикам, любимым нашим гордости. Ребята, выпал шанс быть номер один в мире. Вдумайтесь, помочь миллиардам людей, оставить след в истории на тысячи лет. Да и просто, да, пахать будем точно год, два, три. Ну вот я так всегда надеюсь, думаю, что вот в следующем году это уже все пойдет уже сингулярный, славинообразность. Там уже все, свадебные генералы. Выступайте на стадионах и получайте свои заслуженные после налогов миллиарды долларов уплаты. Итак, коллеги, это так важно. Да, будущее. Вот это ключ к счастливому, яркому, интересному будущему. Следующий слайд в аудитории величайших лидеров. А сейчас экзамен на мудрость, расчетливость, фартовость и удачливость, да, на мудрость. Итак, дорогие коллеги, признавайтесь, да, проверка на мудрость, на удачливость на вашу. Кто принял решение сегодня срочно, решительно стать фаундером, дайте лайк, сердечко. А кто не принял, как в этих фильмах говорят, в боевиках, да поможет вам Бог, да. Благодарю, коллеги. Это самое важное, самое интересное, что могло произойти в жизни, ребята. Я ведь тоже прожил уже приличную жизнь, и я как ребенок радуюсь. Потому что скоро обычные сетевики, пенсионеры, миллиардеры. Еще раз, лидеры наши здесь, здесь Илон Маск, Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, все вместе взятые, шейхи нефтяные, вы здесь. А любви вы будете испытывать и благодарности. Вы уже сейчас чемпионы мира по благодарности. Кто проводит суперджампы, конечно. А так будут вас благодарить миллиарды людей. Итак, встречаемся в Дубае. Будет крутейший. Ну там, Дубай, что на него, да? Сразу, да? Что-то другой мир. Восток, да? Шахерезада, да? Тысяча одна ночь. Звездное небо. Волшебство. Там будет круто. Гарантирую. Итак, сегодня решительно, смело дайте еще лайк, сердечки. Кто станет фаундером, сейчас побьем сегодня рекорд по героям, мудрым, умным, хитрым, расчетливым и фартовым. Обнимаю каждого фаундера, каждого героя. Ребята, еще больше всем счастья желаю, еще больше удачи, еще больше энергии и еще больше создать в своей команде новых фаундеров. А мы все сделаем, чтобы Дубай будет просто не просто лифт скоростной вашего роста, энергии, счастья, а произойдет что-то невероятное. Люди, которых вы кого-то заодно сильно за руку притащите, но думаю, быстро приезжают, будут благодарны вам всю жизнь. Итак, до встречи в сказке. Люблю, горжусь вами. А сейчас слетаем. Сегодня мы поставим абсолютный рекорд ближайшие сутки по фаундерам. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире ваше. По богатству, славе, величию, следу истории, удачи, фортуне, здоровью. Это ваша судьба. Полетели на рекорд по фаундеру.